Очень много людей задавали мне и задают вопрос касаемо моего участия в президентских выборах. Меня об этом спрашивали многие журналисты. Я обещал всем вам, что я всегда буду говорить так, как оно есть, а не так, как это кому-то бы хотелось. Поэтому сегодня выходить перед вами, так как это уже сделали некоторые политики, которые объявили о своем участии, и так как это сделают те, которые объявят об этом в ближайшее время, что решением Национального совета, решением Республиканского совета единогласно был выдвинут в президенты такой-то или такая-то. Ну что это такое? Удивили. Как будто Национальный совет или Республиканский совет мог как-то проголосовать по-другому. Нет. Мы по этому пути не пойдем. Я всегда честно отвечал на этот вопрос и говорил, что если меня поддержат десятки тысяч людей, поддержат мою идею или, правильно будет сказать, даже инициативу нашей партии выдвинуть меня в президенты, тогда я буду в этих выборах не просто участвовать, а буду участвовать в этих выборах, чтобы побеждать. И для этого у нас сегодня есть все предпосылки. Я не могу собирать сегодня площади в родном городе Бельце, которым я управляю, Кишиневе и других городах и селах страны из-за того, что сегодня Молдова, к сожалению, как и все страны земного шара, борется с коронавирусом. Правда, в других странах идет реальная борьба, у нас больше идет имитация. Поэтому мы на первом месте. К сожалению, находимся в списке европейских стран с нашими показателями. Но в то же самое время все больше людей пишут в комментариях, пишут мне в личку. И речь идет о тысячах комментариев, многие, которые вы видели в Инстаграме, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Ютубе. Многие пишут мне в личку. Так как нельзя спросить людей на площади, так как я это делал в Бельцах, что мне делать дальше, кто поддерживает инициативу, или если вы этого хотите, включите там фонари своих телефонов. Нет возможности этого организовать, поэтому вчера я встречался с нашими коллегами со всей страны, и мы приняли следующее решение. Значит, с сегодняшнего дня по 27 августа, до того дня, пока мы будем вместе с вами праздновать День независимости, я хочу обратиться ко всем гражданам, в первую очередь бельчанам, а также ко всем гражданам нашей страны, чтобы они высказались на тему того, выдвигаться мне в президенты или нет. Сегодня уже про меня известно даже то, чего я сам о себе не знал, и никогда мне бы это не могло присниться даже в страшном сне. Это то, что я арестован заочно на 2 месяца и так далее. Вы видели, как нас уничтожали все эти годы, как нас рвали на части и как нам препятствовали всегда, и пытались уничтожить не только политически, но и меня и некоторых коллег физически. Сегодня я хочу попросить всех граждан страны, бельчанам, простым людям, врачам, учителям, однопартийцам и оппонентам из других партий, членам других партий. Я хочу услышать мнение диаспоры и те, которые работают в России, которые работают в странах Евросоюза, чтобы каждый из вас в коротком видео, там на 15, 20, 30 секунд, там, до 1 минуты, чтобы вы высказались, стоит ли мне выдвигаться в президенты для того, чтобы мы с вами победили, либо не стоит, и я должен продолжить свою работу в муниципе Бельц, и у вас есть какое-то другое свое мнение. Факу напел акумала тот четатений Республики Молдова. Шичей карисафлен Республика Молдова, чей карисафлен эндиаспора. Энчепынку врал сауду пиня едукаторилор, профессорилор мей, деншкуала, натала, динураш, фалешт. Чей карик макуноск, нерам студентла факультати. Чей карик макуноск, în domeniul afacerilor, cu care am făcut afaceri și nu aceste murdării care astăzi mi se încriminează. Că sunteți
Кустуди Супереваре, доктор Энштиенце, Касантецун Симплу Мунчитор, Шимунчицам Федерация Руса, Италия, Португалия, Франция, Германия, Румыния, Алтистати. Ворог фрумос сен регистрац он скурт видео. Между ворба дезечи чиншпе 20 секунды. Ка своих спунец. Но и мерджем партичпам на лежерли президенциале. Пентру, а пентру Виктории, но ну, дискутем дуар деспри о партичпаре. Până pe data de 27 august, avem o luni de zile când cetățenii pot să-și expui părerea. Dacă o să fie o susținere masivă, când vorbesc despre susținere masivă, vorbesc despre zeci de mii de mesaje, video, și nu contează că aveți cont pe Facebook, Instagram, Одноклассники, ВКонтакте сау Ютуб. Pentru mine este important ca să înțeleg că nu sunt candidatul din partea unui partid politic, dar sunt un cetățean care este susținut de foarte mulți cetățeni din Republica Moldova și atunci noi mergem în această campanie pe data de 27 august. Ieșim cu analiză finală cât s-au pronunțat pro, cât s-au pronunțat contra și pe data de 27 august ies în fața dumneavoastră, toată informația va fi publicată. Noi nu umblăm cu montări, cu fel de fel de prostii, cum îl vedeți pe Dodon și alți politicieni, să nu le dau om în nume. Eu am nevoie de mesaje simple și sincere din partea dumneavoastră. Eu sunt gata să fiu toată viața mea слуга поporului, я готов быть всю свою жизнь слугой народа. Я неоднократно говорил, что мои начальники – это все граждане Республики Молдова. Они имеют меня право критиковать, спрашивать меня. И если я в чем-то был неправ или сделал что-то неправильно, я перед людьми всегда готов извиниться. И никогда не стеснялся и не постесняюсь этого сделать. Меня не волнует, что думают про меня те, кто поддерживает кого-то из Москвы, из Брюсселя или из Вашингтона. Меня интересует, какая поддержка у меня есть от всех граждан Республики Молдова. Все говорят про то, что «О софиум прешеденте пентру тос четатени», «Во эфи прешеденте апопорлы». И все потом на 4 года забывают о своих обещаниях. Из всех своих предвыборных обещаний Дадон, которого мы поддержали во втором туре, и благодаря нам он стал президентом, из-за этого я потом вынужден был извиняться перед всеми гражданами страны, мы ему помогли, сделали для него добро. Он же ответил очень мерзко на это добро. И мне, и моим коллегам, и самое страшное, всем гражданам Республики Молдова. Поэтому, дорогие соотечественники, дорогие друзья, я буду продолжать свою борьбу, я буду продолжать делать все то, что я делал все эти годы. Мне не важно, как будет, как называлась, как называется сегодня, или какая у меня будет должность через какое-то время. Мне, для меня самое важное, чтобы какую я буду занимать должность в нашей стране, решали именно вы. Потому что, еще раз повторюсь, вы являетесь моими прямыми начальниками. И потом, 27 августа, если десятки тысяч людей выскажутся в поддержку, тогда я вам предоставлю и полный список гарантий, которые вы будете иметь. И гарантии не только на словах, а кое-что даже у вас получится подержать в руках для того, чтобы иметь возможность и контролировать, и спрашивать с меня, если это произойдет. Хотя я уверен, что я перед вами никогда краснеть не буду. Сегодня, когда вся система
и власть работает на шкурные интересы только одного человека, у нас с вами есть один единственный выход – это только объединиться. Я с 2014 года вместе со своими коллегами боролся против коррупции. Я выявлял все эти схемы и много раз выходил с материалами. То есть я делал то, что должен был делать президент страны, премьер-министр, министр внутренних дел или генеральный прокурор. Они от вас это все скрывали, я до вас эту всю правду доводил. И сегодня, если я претендую на строителя новой системы, поверьте мне, что у меня это получится. Я горжусь тем, что мэрия Бельц и под моим руководством, и под руководством моих коллег до моего отъезда из Молдавии, во время моего отсутствия, и сейчас четвертый год является самой транспарентной мэрией в стране. А если довести до ума наше законодательство, поверьте мне, было бы сделано, конечно, намного больше. Если кому-то нужна наша победа, почему я говорю «наша победа»? Еще раз, дорогие друзья, мне не нужна моя победа. Меня может устроить только наша победа, чтобы это была гарантией уничтожения всей этой воровской коррупционной системы. Сегодня нам есть над чем работать, и выводы, и выбор должен быть за вами. Еще раз повторяю, в течение месяца я жду ваши видео во всех социальных сетях, можете публиковать на своей странице, где хотите вы или нет, чтобы я выдвинулся в президенты. Если ваше решение будет «да», то мы пойдем побеждать. Поэтому я вас всех хочу поблагодарить. Врауса вам улцемес питос дин сувлет. Йомам страдует сыраспун латуатин треберли кареувинит. Длауни репрезентант Смасмедич, сыни дидосар. Дак ворфин треберя даугатуаре. Еу вофигата сыраспун сепарат лаворчин треберли. Сун дискис пентру туаты Смасмедич дин Република Молдова. Пентру тос сетатеней. Еу ну под фи астас оприт динимень, так и ними ну мандоет катмафламы Федерации Руса по нандану доуми обшпи, керама колуш, синевас пуне каре контрола супрамеш, мультиалтели. А по якум астас фин да каса, а вендин кредереш спридину дим партия чето тенлор, сун сигур ка ними нува реуши, ними ну, не маруй нуева реуши софака. Есть очень важный момент, забыл его сказать. Значит, для того, чтобы довести правду, для того, чтобы нас услышало Министерство иностранных дел Российской Федерации, Генпрокуратура Российской Федерации, администрация президента, значит, мои коллеги вчера предложили начать акции протеста перед российским посольством в Республике Молдова. Еще раз повторяю, потому что сейчас там будут вырезать там всякие розовые СМИ, что вот усатый проводит протесты, как унионисты или еще кто-то. Нет, мы пойдем к российскому посольству не потому, что мы высказываем сегодня претензии стране. Мы этими акциями хотим потребовать объективного разбирательства во всем этом бреде, который сфабриковали против меня. Посол, я знаю, как работает посольство. Посол будет писать телеграмму Министерства иностранных дел, спецслужбы своему руководству. Эту информацию не получится скрывать от администрации президента и заявляя со всей ответственностью. Не вот этот бред, этот я отнесу в прокуратуру сам. Часть отдал, часть дооформим, передам на этой неделе. Если есть фактура, так давайте фактуру, а не весь этот бред. Я понимаю, что ее нет и быть не может. Если бы была на самом деле какая-то фактура, поверьте мне, я готов не то, что они пишут, усатому грозит срок до 10 лет. Я готов даже сесть на два пожизненных. Покажите это все людям, а не вот этот бред, который вы там при помощи там, трех алкоголиков в спецслужбе, из которых двое шизофреники, в прямом смысле слова,
и любой доктор это подтвердит, независимый, значит, потому что они так решили. Я всегда готов ответить за то, что я делал. Но перестаньте придумывать и обвинять меня в том, чего я точно никогда не делал. Вы от кого научились? От Плохотнюка? Да, Плохотнюк остался бы еще на пару лет в стране, я обогнал бы даже Чикатило уже по количеству жертв, наверное, понимаете? Только из-за того, что Плохотнюка нет, сегодня мы имеем то, что имеем. Еще раз всем огромное спасибо. Вечером очень много будет новой интересной информации с документами в программе «Политика» у Натальи Мораль. Еще раз всем огромное спасибо. Все у нас получится, мы обязательно победим. Вы знаете мой жизненный девиз. Сила в правде. Я вас люблю, пока.